Ну что, я готов к новому погружению, и идея у меня следующая. Еще одна сквозная лестница, так что, собственно говоря, единственное, что может спасти этот Westway, это если просто... Это просто не знаю что. Потому что я снова делаю то же самое. Вот здесь у меня такой, как бы, развивается микровокзал. Ну, пока он микро, но он развивается. Вот по... Вот это двойная, два и начало пути, это у меня путь в одно место, а вот это у меня вот путь в другое место. Сейчас вот мы в это место дойдем. Блин, а вот мне тут все-таки по дороге опять же надо, хочется отвлечься. Что ж там такое интересное? Почему там так много обсидиана, ребята? О, еще и уголь надо добыть. О, ну так мне уже можно никуда не ходить. Так. Плохо видно, я понимаю. Терпение. Блин, ну вот смотри, что происходит, да? То есть там два фонтана. Аккуратно. И они очень высокие. Ладно, не будем пока сюда лезть. Единственное, что можно сейчас предпринять, это вот здесь заткнуть. Вот это можно заткнуть. Так. Свечку. Так, достаем новенький топор. Немножко почистим здесь, посмотрим. А может, кстати, это опять выход к моему же вокзалу. Может и такое быть. По-моему, я здесь был. Да, это выход к моему же вокзалу. Ну тогда давай здесь все подвырубим. Вот эти столбы, но до конца их убить не будем, потому что там вот видишь наверху еще реальность у нас. И вот у нас еще сход тут вниз какой-то симпатичный. Заглянем. Это просто тупик. Ну, это видно, что здесь тупик, ладно. И тем более можно вот еще вот так подбрить. Ну все, понятно. Вот эту тумбу уберем. И сейчас надо будет как-то нам двигать все-таки по первоначальному плану. Здесь для обзора сейчас уберем. О. А, блин, зря я свет, конечно, убрал. Вешаем. Так, свет я подобрал. Так, здесь в лаву бы не упасть. Ну, будем постепенно развивать. Итак, движемся снова вот так. Итак, мы здесь вот увидели этот обсидиан. Увидели, подожди. И движемся. И я хочу все-таки сейчас, вот пока никого нет, и вот этот игровой сет, я хочу доделать по своему плану, сделать сквозную лестницу еще одну. Так, вот здесь мы дошли. Здесь табличка «Промысел». Заходим. Идем. Тупик. Здесь тупик. Тупик. Вот здесь мы идем по этой бороздке. Далее мы поднимаемся вот по этой лесенке. Обходим вот эту лесенку. Здесь что? А, у меня же табличка стоит, какой-то дурак. Лава. Кстати, сквозь табличку проходишь. Тут лава. Тут. Стоп. Стоп. Вот эта лесенка. Так, это я зафиксировал. Сюда проходим. Сюда проходим. И проходим вот сюда, посмотрим сейчас здесь самые
глубокие глубины. Так, закрываем кран с водой. Так, собираем сразу же материал. И сейчас так, ставим так, да? Ну вот, здесь как бы такой тупичок получается довольно глубокий. Да и давай прямо здесь. Так, только мы добудем все-таки материал. Потом. Потому что уголь сейчас нам нужен. Нечем уже печку топить. Все. И погнали. Вот прямо здесь.